Так, всем привет! Летняя тренировка для вас, которую я еще записываю весной. Сегодня очень архи важный день. Сегодня будем рассказывать про старт забега РФ 19 мая в Канте. Ну, вы, наверное, уже либо сходили на эту лекцию, либо видели рекламу этой лекции. А вот сейчас смотрите тренировку, которую я буду проводить в этот день. И, наверное, вот расскажу вам сегодня такой тренерский рассказ о том, что вообще такое мандраж, как себя можно запросто завести в тупик и потерпеть любого уровня фиаско, и, наверное, как это перебороть, дам какие-то тренерские советы. Со мной сегодня мой любименький помощничек в этом деле, Ганда Пари. Вот, а это вкусняшка, которую он выпрашивает. В эфире утренняя гимнастика, разминка, зарядка или как ее там, и ее ведущая, ваш маленький, любименький тренерчик в телефоне Катечка Журавлева. А займемся мы сегодня тренировкой с гантелями. У меня будут гантели вот такие, тяжелючие, по 7 килограммов. Вы тоже соберите себе, но если вы мальчик, то возьмите побольше. Гантели 10, можно 12 килограммов. Если вы недавно начали заниматься, то возьмите гантели поменьше, по 5 килограммов, например. Если вы вообще сегодня первый раз, то возьмите гантели по 3 килограмма, например. И если вы вообще не владеете ни одним движением из фитнеса и утренних гимнастик, зарядок или разминок, то не берите вообще никакое оборудование. Просто занимайтесь без веса. Так, хорошо. Выбираем тренировку силовой выносливости. И также я напоминаю, что сегодня я не буду рассказывать технику выполнения упражнений, потому что в этом цикле с ней уже все ознакомлены. И если вы с ней не ознакомлены, то не переживайте, не расстраивайтесь, старайтесь делать, как у вас получается, вы себе не навредите, но в дальнейшем, если я вам понравлюсь и вы захотите узнать побольше, то просто пройдите на канал, в плейлист «Зарядка» и с самого начала начните заниматься. С 1 января 2024 года зарядки выходят каждый день и увеличиваются во времени, прогрессируются по сложности выполнения упражнений, по оборудованию, про которое я тоже в течение этих зарядок рассказываю. Также есть отдельные видео, которые посвящены инструкции по использованию плейлиста и инструкции по подбору обуви, оборудования и прочего, прочего. Кстати, я занимаюсь в обуви Barefoot дома. По залу я хожу в более удобных и мягких кроссовках, а дома я занимаюсь такой босоногой обуви, потому что мне ничто не мешает, я в безопасности, и эта обувь прекрасно подходит для тренировок силовой выносливости и функциональных тренировок. Больше, наверное, ни к чему я бы это и не отнесла. Даже для таких хороших силовых тренировок эта обувь не подходит, потому что там лучше все-таки брать штангетки. Так, ну все. Поехали. Мы начнем с наклонов. Знаете, я сегодня иду на очень ответственную для себя лекцию. Честно признаюсь, не так часто у меня вообще лекции далекие от фитнеса. И когда меня спрашивают про фитнес, я понимаю головой, что фитнес он не может навредить. И в большинстве своем фитнес полезен. Совокупные движения, разная направленность, отсутствие какой-то цели. Ну, я напоминаю, что просто похудеть – это, ну, не цель. Вот. И полная безопасность оборудования. То есть благоприятные условия, оборудование, малые веса, удобные рукоятки, комфортная атмосфера, элегантная, хорошая температура. То есть ничего не угрожает человеку, и даже если он делает упражнение, ну, с какой-то, с нарушением техники, или, ну, что-то там с ним происходит, он там на этапе обучения или подготовительном этапе, то в целом, ну, ничего страшного, ну, ничего там с ним не будет, и даже если там в рамках лекции сказать что-то гиперсложное, или наоборот, не договорить что-то, с ним тоже ничего не случится, потому что это просто фитнес, там полно времени, и, как правило, люди, которые приходят в фитнес, они не так замотивированы, рьяно, как люди, которые приходят в любительский спорт. И вот сегодня
У меня такой ответственный день. Вы знаете, обычно у меня есть какая-то поддержка со стороны, ну, там, ну, у меня есть два друга, которые меня всегда очень сильно поддерживают во всем. И как бы в основном вся моя уверенность в себе опиралась на их плечи. Но иногда так бывает, что у друзей свои дела, и мне вот не хочется на них перекладывать мою же ответственность за мое выступление. Тяга к поясу одной рукой. Вот, давайте посчитаем, и потом я продолжу. 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Давайте вторую. 12, 11, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Теперь мы будем делать тягу к поясу с чередованием. Наклон, тяга к поясу и возврат в исходное положение. Вот. И почему я так сильно сегодня переживаю. Дело в том, что я сегодня буду рассказывать про подводящий цикл в тренировочном процессе, то есть о том, как подводиться к соревнованиям, то есть как разложить дистанцию, что взять на дистанции, зачем это вообще нужно, нужно ли это кому-то, как выстраивать тренировочный процесс в рамках подводящего цикла. И зная по таких атлетов, которые приходят в любительский спорт, каждое мое слово может быть обработано совершенно по-разному и восприниматься по-разному. Поэтому сегодня нужно стократно думать о том, что я говорю. И на моих плечах огромная ответственность за массу людей, которые услышат что-то, интерпретируют это по-своему, придут и, возможно, даже кому-то еще об этом расскажут. А вы же знаете, что такое глухой телефон? То есть, если человек услышит, например, какую-то очень сложную информацию, скорее всего, он ее для себя попробует интерпретировать более простыми словами. И когда он начнет ее презентовать другим людям, он уже ее расскажет искаженно. Те люди тоже для себя сделают какой-то другой вывод об этой информации, как-то ее могут иначе интерпретировать. И все в итоге придут к какому-то своему выводу, а при этом под этим выводом будет подписана моя фамилия. Из-за этого я ужасно, просто ужасно боюсь, сильно тревожусь. И вообще каждое мое выступление, оно и так сопровождается огромным стрессом. И не было у меня еще раза, чтобы я там не просто не трясся, у меня там голос, руки. Может быть, со стороны я выгляжу вполне уверенно, но это связано еще и с опытом моим личным выступлений. И в целом, наверное, с самого детства же все-таки я выступала и в хоре, пела на сцене, и, ну, не было, в общем, с этим проблем, и танцы какие-то там танцевали, вот. И в целом карьера тренерская у меня началась очень рано, когда я еще вообще не осознавала никакой ответственности. Но сегодня просто как-то так все сошлось, что я обоссусь просто от страха, мне кажется, за эти 2 часа осталось. Я специально записываю тренировку, чтобы хоть как-то себя отвлечь разговором с вами, ну, разговором с телефоном в основном. Сегодня у меня такая терапия. Вот. Все потому, что я слышу со стороны, например, у меня есть ученики, которые занимаются очень давно, и они начинают интересоваться чем-то, интересоваться в других источниках, потому что моих источников им недостаточно. Я никогда не ругаюсь. То есть, поддерживаю ли я эту позицию? Ну, наверное, нет. То есть вот сейчас, например, у меня есть несколько источников, которым я доверяю сама, как тренер. И в случае, если у меня возникает, например, какой-то вопрос по физиологии, я задаю его Владимиру Меркурию. То есть я не ищу какого-то другого физиолога, я просто спрашиваю у того, кому уже научилась доверять. Там, если с той стороны нет ответа на вопрос, мне говорят, я удаляюсь на неопределенное время, чтобы узнать ответ. Если я узнаю, я тебе скажу. Все. Если ответ есть, мне дают ответ. То же самое, если
я не знаю, там, мне нужен ответ на вопрос по питанию. Вот так недавно я узнавала у Игоря Гриба, как кормить спортсменов на дистанции. То есть я услышала исследование про грамм углеводов на килограмм веса на каждый час нагрузки и пошла узнавать у Игоря, как правильно кормить спортсмена, если, например, у него этап дольше часа, и стоит ли раскладывать питание на каждые 45 минут, как пишет на геле. И вот с ним обсуждал, потому что я, ну, доверяю этому источнику, зачем мне другой? То есть у меня такая позиция, то же самое там с тренингом, то же самое с подготовкой спортсменов. Есть несколько методик подготовки, я к ним обращаюсь, потому что я им единственная, вот кому доверяю. Поставили. Хорошо, чуть-чуть отдохнем. И будем делать приседания, взятие на плечи. Но так бывает не всегда. И часто, например, человек узнает ответ в одной инстанции. Так бывает с людьми, которые любят ходить по врачам и никогда не лечиться. Они пришли к одному врачу, послушали, что он сказал, другому, третьему, пятому. И так у нас 17 походов к врачу и 0 на лечение. Вот то же самое здесь. У меня есть ученики, которые узнают то же самое, что я рассказываю. Ну, понятно, не одними и теми же словами, а иногда прямо одними и теми же словами узнают и приносят мне на обработку. Что ты скажешь по этому поводу? Я свирепею, но сегодня у меня такое состояние, что у меня даже свирепеть нет сил. Вы знаете, обычно у меня даже порой ком в горло подкатывается. Вот я вчера услышала фразу такую: я понимаю, что это было сказано необдуманно. Ну, говно в башке бывает. Ну вот ходил, значит, Жека ко мне. 100 лет ходил, но он пропускал тренировки, был не на всех. Какие-то сам игнорировал, на какие-то у него там по расписанию не получалось прийти. Ну, бывает, бывает. И тут он мне вчера говорит: ну вот, не прошло и года, а вы с ребятами начали делать СБУ. Я на него смотрю, говорю: в смысле, не прошло и года? Вообще, при чем здесь год, что за мера? А во-вторых, чего ты взял, что мы их не делали раньше? Ну, понятно, что во всех циклах подготовки спортсмены СБУ не всегда нужны. Ну, то есть есть циклы, где совершенно другая цель. Зачем все время делать вот одно и то же? Там, допустим, если есть какие-то определенные цели в цикле развивающие, на которых можно сосредоточить свое внимание. Ну, вот он начинает оправдываться, говорит: ну нет, мы не делали гружение. Но если ты не делал, это же не значит, что мы не делали. Вот опять иду, думаю, вот хоть бы кто приятное что сказал. Вот, ну это ладно. Это я о чем? Вот они узнали какую-то информацию и приходят: а что ты думаешь по этому поводу? Я иногда вообще по этому поводу ничего не думаю. А потом, когда мне задают вопрос, например, об изначально ошибочной концепции. Сейчас расскажу. Да. Все, поставьте, чуть отдохнем и будем делать приседания с жимом вверх. Изначально ошибочные концепции были концепции больших объемов. То есть, когда такая фраза была: объемы решают все. И там бегаешь типа по 200 км в неделю, я преувеличиваю. Ну, поскольку-то. И, в общем-то, ничего не надо тренировать, циклов никаких нет. Ну, они там есть, меняются, но в целом, что вот чем больше, тем лучше в данном случае, что абсолютная выносливость развивается. Ну, в общем, вот этот чувак, который эту концепцию изобрел, он с сердечной недостаточностью поступил в больницу. Ему сделали вот эту катетерную абляцию, то есть у него там нарушение работы сердца. Но он продолжает эту концепцию продвигать, так как он достиг большого успеха в ней. И когда мне про нее говорят, мне неловко сообщать о том, что вот этот человек, который изобретатель вот этой концепции, он сам, того не зная, стал ее жертвой. То есть сейчас мы увидим, что если мы тренируемся очень долго на низком пульсе, мы тренируем объем сердечного выброса. Но если тренировки сбалансированы, и они все вот очень длительны, очень много их на низком пульсе, очень много развивающих тренировок, развивающих именно выносливость, то мы действительно увеличиваем объем сердечного выброса до какой-то поры, а потом случается такой период, когда у нас миокард приобретает излишнюю пластичность и становится растягиваемым, он растягивается, и мы получаем гипертрофию вот в такую эластичную, вот, что не очень хорошо для нашего сердца. То есть это один тип изменения, который влечет за собой определенный тип недостаточности сердечной. Не скоро, не завтра, там, если вы последние 2 месяца тренируете объем сердечного выброса на низком пульсе, это наоборот даже хорошо. Просто у вас такой цикл.
аэробные, например. Вот, а если вы только лишь этим занимаетесь, то да, это уже угрожает изменениям вашего сердца, и вам об этом на ежегодном обследовании обычно говорит кардиолог. Что происходит? Фу. Отдохни чуть-чуть. Вот, и сделаем снова упражнение на спину с двумя гантелями, снова тягу к поясу, но непрерывно, без чередования. Вот, что происходит с теми, кто тренируется на высоком пульсе, там с большим отдыхом, например, предпочитает только высокоинтенсивные интервальные тренировки или просто высокоинтенсивные тренировки. Там тоже происходит гипертрофия миокарда, но чуть-чуть по-другому, по другой системе. Он как грубеет, стенки утолщаются, и объем сердечного выброса он сокращается наоборот. То есть, но сердце сильнее сокращается. Вот. И уже вот это обеспечение нужного объема по руслу кровяному, оно осуществляется за счет частоты сердечных сокращений. То есть мы уже это знаем. Вот. И мы уже знаем, что объемы не решают все, мы уже знаем, что сочетание тренировок должно там осуществляться по таким-то типам периодизации. Существует несколько типов периодизации, мы тоже это знаем. То есть для нас это не какой-то секрет. Когда я говорю для нас, это, ну, типа для тренерского состава. Вот. Сейчас. 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Сейчас еще один такой же подход сделаем на спину. Также чем мы владеем, еще какими данными? Что количество мышц в организме человека играет очень важную роль в борьбе против старения, например, раннего, что силовые тренировки помогают укреплению костей, да, и сохранению плотности кости на долгий год. Также мы знаем, что аэробные тренировки там, на низком пульсе, даже в средней пульсовой зоне, там, второй, третий, тоже имеют смысл со стороны сохранения здоровья на долгие годы, укрепления кардиореспираторной системы, прорастания, обеспечения, да, количества капилляров на площадь поверхности там мышцы, ну, толще даже, на объем, да, на объем. Вот, это мы все знаем. Но когда задают такой вопрос, типа, что ты скажешь об этом? Я не могу сказать всей правды, это неэтично. Потому что я могла сама оказаться в такой ловушке, когда ты свято веришь во что-то, но оказываешься неправ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Хорошо. И пока у нас чуть-чуть отдохнет спина, чуть-чуть отдохнули ноги, давайте сделаем приседание с броском гантели вверх, с рывком гантелью. Где у меня ковер? Я не знаю. Ладно, вот этот ковер, значит, меня устраивает. Вот. Что еще может не договаривать тренер? Он, по-моему, кстати, про что еще может не договаривать тренер, я уже в одном из видео рассказывала. Иногда очевидна ошибка клиентская, ну, то есть видно, из-за чего у человека нет успеха. Чаще всего это питание. Ну, прямо постоянно. То есть даже, допустим, если мы возьмем такую цель, как похудеть, даже не про рост силы, вот мы про силовую компоненту даже говорить не будем, возьмем такую простую цель, как похудение, вот реально тренировки решают очень мало. Они решают как раз сохранение и поддержание здоровья. Ну да, количество мышц, если в объеме увеличится, человек чуть-чуть больше расходует в покое, начнет там станет более подвижным, у него там вернется стимул какой-то просто к жизни. Это да. Но вот само по себе снижение жировой компоненты, ну это вообще... Вот, блин, такой маленький процент у тренировок и такое большое питание, чаще всего тренер это знает, но не может сказать. Вот, но это не совсем этично. А когда он говорит об этом, ну, тут уже можно попрощаться с клиентом, либо получить. Ну, короче, в общем-то, если вы обладатель такого характера, которому нравится вот это все, нравится масло в огонь подливать, нравится настроение человеку портить, таких людей много. Я знаю, что они существуют, но как бы я не такой тренер, я вот не могу. Мне очень тяжело сказать человеку в лицо правду, потому что я считаю, что это не в моих, вообще, ну, не мне это озвучивать.
Даже когда меня просят, я очень долго сомневаюсь и, как правило, не говорю. Вот, увы, здесь. Если бы я работала в спортивной команде, возможно, но нет. Вот. И зачастую ошибка очевидна. Она не в объемах, она не, вообще не в тренировках. То есть тренировки не дают результата вообще по другой причине. Человек плохо спит, плохо питается, употребляет алкоголь, никотин, ну и прочее что-то. То есть она очевидна, но из-за того, что это социальная проблема, тренер, он не может влезть в нее. Вот, это не совсем правильно. Через один делаем тягу к поясу. Тягу к поясу и жим гантелями наверх. Угу. Поехали. Вот, такое бывает тоже. Бывает довольно часто. И бывает еще другая ошибка, конечно, когда человек делает хаотичные тренировки. Но это тоже, я вам, по-моему, рассказывала. То есть возлагать большую ответственность на тренера, при этом делать, что попало. Ну, то есть ты получаешь какое-то индивидуальное расписание. Ну, вот на вашем примере, например, рассказываю. Вот у вас есть индивидуальное расписание у каждого из вас. Вы занимаетесь каждый день по 45 минут. При этом, заметьте, тренировки у вас очень разные. Если вы пропускаете один день, вот сейчас, например, то вы просто из процесса как будто бы вылетаете, потому что вы не понимаете, что было на предыдущей тренировке. Например, вчера у вас были прыжковые какие-то делишки. Мы целые 15 минут прыгали с вами. Вот те, кто пропустил вчерашнюю тренировку, он не понимает, почему у нас такая усердная, интенсивная силовая тренировка сегодня. Что это такое у нас произошло, что мы себе можем это позволить? Почему это мы такие восстановлены? Или наоборот, люди, которые пропустили тренировки гибкости или функциональные тренировки, или тренировки просто суставной гимнастики, не понимают, почему у нас всегда интенсивные занятия? Почему нету каких-то занятий, на которых мы отдыхаем и восстанавливаемся. Они есть, просто вы на них не ходите. Вот у вас есть определенная система, которой вам предложено придерживаться. Вы принимаете самостоятельное решение, что вы ее будете придерживаться как-то по-своему. Например, я вам говорю, ребята, все хорошо, но старайтесь придерживаться, пожалуйста, этой системы вот так-то. То есть делайте каждый день, даже через силу, и все. Это ваш успех. Мы сделаем трицепс. Вот. Вы мне говорите, нет, ну это, конечно, хорошо. Причем, вот, кстати, знаете, что я вам еще скажу? Мне кажется, я так стараюсь объяснять на своем личном примере, что это возможно. Вот, что по мне видно, что мои условия для тренировок, они далеко не всегда замечательные, гармоничные и вообще подходят под тренировку. Я все равно это делаю. И несмотря на то, что, кстати говоря, что мне, ну, у меня есть еще тренировки, а это не мои единственные. Вот, но тут же находится причина в виде, ну, вы еще молоденькая, и часто мне это говорят женщины, которые моложе меня, и это потрясающе звучит, когда я говорю, ну, он говорит, ну, вы еще молоденькая. Я говорю, сколько мне лет? Ну, лет 29. Я говорю, а вам сколько? Она говорит, ну, мне 31. Я говорю, а мне 33. Вот это вообще прекрасно. Это просто, это такое чудо расчудесное. Я просто несколько раз такое слышала. Мне однажды девочка сказала, ну, конечно, но вы же еще молодая. Я говорю, сколько вам лет? А мне было тогда 30. Я говорю, а сколько мне лет? Ну, лет 25. Я говорю, да. А вам сколько? Она говорит, 30. То есть мы ровесницы. Вот, ну просто, да, как бы судьбы разные. Понятно, что действительно можно прикопаться к возрасту, можно прикопаться к тому, что я давно работаю, прикопаться к тому, что мне в конце концов это нравится, а это не всем нравится. Но тем не менее, да, при прочих равных, давайте сделаем еще один трицепс. Вот, можно найти время, но вы его не находите. Вот, и потом начинается. Вот, ну я, значит, до сих пор не могу, или у меня до сих пор что-то не получается, окей, до сих пор что-то не получается. Это нормально, но нет. Ну, у многих до сих пор что-то не получается. Но нет, это не нормально. Должно было уже получиться. У вас же получается. То есть, когда мы ищем причины не ходить на тренировку, мы говорим, ну, конечно, у вас, Екатерина, 1000 причин на эту тренировку ходить. Потому что вы и тренером работаете, и любите это, в отличие там от меня, например, да, и вы там, у вас всегда условия хорошие, и возраст вам позволяет. Ну, то есть, когда мы ищем причину не ходить на тренировку, тогда Екатерина выступает в роли такого громоотвода. А когда мы ищем причину
свалить на кого-то ответственность за результат, мы говорим, ну у вас же есть результат, типа, ну вот у этих же ребят есть результат, почему у меня нет? И когда ты говоришь, ну ты же не хочешь на тренировку, и это вот все бесконечный этот круг. Вот. Так, отлично, мы закончили первый блок, давайте начнем второй блок с жима лежа. Помните, как мы сооружали что-то для жима лежа? Мы делали диски, складывали вот так друг на друга, ложились на эти диски и делали жимы. Я вот помню. Давайте вы тоже вспоминайте, как мы это делали. Такая была у нас пирамида. Вот мы на нее ложились и делали себе такую маленькую скамью. Давайте сделаем сейчас маленький жим на маленькой скамье. Вот. Это значит все. К чему я? К тому, что сегодня я буду вот как раз лекцию читать вот тем людям, которые склонны фанатично за что-то хвататься. И я очень сильно переживаю. Потому что, как правило, вот в любительский спорт человек приходит, он прям излишне замотивированный, он горит, ему прям сильно надо, он очень хочет достичь своей цели, и часто на пути к этой цели он слепо не замечает, какие ошибки он совершает. У меня был случай, даже такой, знаете, он такой тройной дубль в один год у меня случился, когда три моих ученика не замечали, что они перетренировываются не за счет моего ужасного тренировочного плана, а за счет того, что они помимо моего ужасного тренировочного плана параллельно делают еще три тренировочных плана. А еще они плохо спят, а еще на них влияет стресс работы, а еще они там, в общем, проводят время, например, там с друзьями, из-за этого ложатся поздно или еще что-то. И, в общем-то, виноват оказался мой тренировочный план. Это, конечно, было очень больно. Это вот было, ну, для меня до сих пор, наверное, такая одна из самых ранящих ситуаций в жизни. Причем она мне еще до сих пор аукается. Вот, ну, сейчас еще один. Хорошо, давайте отдохнем и сразу, пока вы сидите, сразу сделаем еще один подход. Вот, да, бывает такое, и вот сегодня у меня, вот моя задача прям, не знаю, очень точно и подробно говорить, что делать, почему, быть готовой отвечать на всякие вопросы, к которым не всегда готов. И поэтому я, чем больше ты работаешь, тем больше у тебя вот этих страхов накопленных, каких-то маленьких обидок, шмобидок. И... конечно, когда ты годами слушаешь о том, какие у тебя дурацкие упражнения, там на групповых тренировках тебе прилетает в основном вот это вот великолепное, скорее бы это закончилось, наконец-то это закончилось, что это за херня, я не буду это делать, это выглядит глупо. И когда ты слышишь только это, а у меня бывают такие затяжные периоды, когда я вообще слышу только это, вот недавно... уезжала Наташа в Санкт-Петербург выступать на лекции. Ну, у нее была лекция, она вещала. И вот Наташа один из тех людей, которые тоже работают с людьми. И когда она приходит, для меня это такая просто... это такой важный момент для меня, когда она приходит, потому что я вот от нее слышу, ну, типа... наверное, то, что меня вот максимально поддерживает. И когда ее не было неделю, это была просто пропасть. А еще дело в том, что ладно бы только Наташи не было неделю, там еще параллельно не было неделю Маши. И получилось, что два человека, которые оказывают вот такую огромную моральную поддержку мне, потому что вот у Маши тоже есть такое свойство, она умеет, ну, как-то, во-первых, она умеет говорить в правильном месте правильное, а во-вторых, она действительно искренне умеет поддержать, порадоваться. То есть, когда еще вот Катюхи не... ну, короче, бывают очень затяжные периоды в моей жизни, когда я слышу только плохое о себе. Или, например, недавно на тренировке, это был вообще ужасный случай, давайте сделаем сейчас, пока отдохнули, эти чуть-чуть ноги. Выпады из стороны в сторону с одной гантелью вот на площадке. На тренировочной. Слава мне совсем недавно, недели две, сказал, что я бы хотела заниматься на стадионе чаще, потому что я вижу эффекты тренировок на стадионе. Вот.
А когда мы занимались в кругу, блин, я даже не могу про это рассказывать, у меня реально просто слезы на глазах наворачиваются. А когда мы занимались на стадионе, он мне сказал, типа, я это озвучила, говорю, вот Слава, типа, мне сказал. Это для меня было так важно услышать. На самом деле, мне было так приятно, что он это сказал. Вот. И он такой, типа, на весь круг, я этого не говорил. И все засмеялись. Потом мы, когда, ну, домой пришли, я говорю, зачем ты так сказал? Типа, все засмеялись, а я получилась какой-то дурочкой. Он говорит, ну, я же пошутил. Я говорю, ну, ты вообще понимаешь, как ты пошутил? То есть на протяжении всей тренировки я просто слышала, что вот все не хотят это делать, а быстрее бы это все закончилось, и тут, ну, ты еще вот так пошутил, типа, как будто бы я обманула. Но это вообще, вот... Я знаю, что, возможно, вы сейчас меня просто поддерживаете, но многим из вас кажется, что это такая мелочь. Ну, типа, чего уж обижаться на все подряд. И в этом плане я вас тоже поддерживаю. Когда я с собой сама разговариваю, я себе говорю, Кать, ну что обижаться на все подряд? Ведь если бы людям в конце концов не нравилось с тобой заниматься, они бы просто не ходили и не занимались. Вот. Но дело в том, что порой люди отходят к тебе заниматься не потому, что им нравится, потому что им там лень искать другого тренера, например. Вот. Сейчас мы будем делать латеральный выпад и скрещенный баланс. Вот. Но будем менять гантель. Смотрите. Раз. Руку поменяли. Два. Да. Оп. Два. Давайте сделаем. Оп. Три. Угу. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Вы тоже можете мне возразить сейчас, сказать, Кать, но люди не обязаны тебя поддерживать, любить, они тебя тоже не обязаны. По сути, они тебе платят деньги, ты работаешь, ты на работе, как официант, как кассир. В целом, вот эта вся терпёшка сотрудников ресепшн. Ну, хоть кого? Эта терпёшка же за деньги, ты же на работе, мол. Помните, как я уже рассказывала? Ну, поменяй работу. Да, и это тоже аргумент. И я это понимаю. Какой бы он ни был ужасный, как бы он ужасно ни звучал, типа, мол, что... Если ты на работе за деньги, то к тебе не нужно относиться как к человеку, несмотря на то, что ты по-прежнему живой и все еще не робот, хоть и довольно тренированный в этом плане. Вот, не нужно пытаться человека вывести из себя и искать вот эти рамки дозволенного. Вот. Но я вас понимаю, и вы отчасти правы. И этим я тоже себя успокаиваю, мол, ну ты же на работе, никто не должен с тобой считаться. Да, это так, вы правы. И я с вами просто делюсь переживаниями. Это не значит, что нужно кидаться и пытаться мне помочь вылезти из этой ситуации, выбраться, искать фразы, которыми я могу защищаться. На меня не нападают, защищаться мне не от кого. Вот. Я просто вам рассказываю, с чем можно столкнуться. Так, попью. Что? Вот. Ну и все. Вот. Сегодня очень ответственный день у меня, потому что я буду рассказывать людям, которые будут очень внимательно слушать мои слова. И, скорее всего, многое из этого они вынесут на свою личную практику. Поэтому мне нужно очень внимательно следить за словами, не говорить лишнего, ни в коем случае не призывать там к чрезмерной нагрузке и не сказать ни одного слова вообще. Желательно не говорить слово «максимум» как можно сильнее, не надо. Вот я там себе сегодня даже написала небольшой списочек слов, которые нужно оставить вообще за кадром и никогда не произносить в общественных местах. Это «восстановиться по максимуму», это очень опасно. Вот, вот это можно есть все. Ну, вообще, вот все, ничего, до максимума, максимально, как можно там больше, или как можно меньше, как можно дольше, или как
можно скорее, вот это все я вычеркнула. Вот, также я вычеркнула слова обязательно, обязан, требование. Вот, оставила только слова рекомендовано, было бы хорошо, или было бы неплохо, или можно. Вот. Чтобы лишний раз не провоцировать недопонимание. Вот, порепетировала вроде бы на каждый слайд там у меня получается по 5 минут, если не будет вопросов. У меня там основных слайдов 10, это как раз 50 минут. Ну и вот 10 минут останется на вопросы, если они будут. Но как-то, как будто бы не будет вопросов. Я думаю, что в целом все понятно разъяснила. Я еще на слайдах написала весь текст на случай, если люди будут фотографировать, чтобы они понимали, что они фотографировали, запоминали. Вот. Ну, надеюсь, что все пройдет хорошо, что я там нигде не споткнусь, не ошибусь. Не знаю. Все равно переживаю. У меня были моменты, когда... Так, широкие приседания, две гантели. Здесь. У меня были моменты, когда я так сильно волновалась. Мне надо было там в Москве. Это был МИОФ. Первый после карантина. Сравнительно недавно. Вот первый после карантина. И я... У меня не было давно практики, только онлайн. А когда ты онлайн, ты можешь подготовиться заранее. Я всегда наблюдала за какими-то спикерами. Конечно же, я не буду озвучивать, кто это. И когда я слышу эканье и мэканье в эфире, знаете, вот в FPA никогда такого нет. Потому что, ну, все готовятся очень ответственно, реально к своим вебинарам. И нет такого, чтобы вот просто человек по 2 секунды, 3 секунды, пауза какая-то длинная. Вот такого нет. Просто когда ты работаешь онлайн, и если ты ведешь вебинар, ты можешь очень тщательно к нему подготовиться, вооружившись текстом, просто положив рядом с камерой подсказки везде, где ты плаваешь сам, на случай, если тебя там, не дай бог, спросят сложный момент, в котором ты не уверен, или ты там не до конца его освоил, ты можешь опереться на статьи, какие-то исследования. Я себе всегда под руку там моменты, которыми я, допустим, не занимаюсь. Вот я сейчас изучаю триатлон, и игровые виды спорта. То есть я в них еще не могу сориентировать человека профессионально. И я всегда кладу себе там под руку какой-то материал, которому я могу отослать человека. И это онлайн. Онлайн гораздо проще. А когда ты стоишь, вот такой голый просто король, обсираешься там. И я помню, что я так рыдала, просто я рыдала в чемодан. То есть я его собирала и рыдала туда от страха. Потом я летела, рыдала. Потом я прорыдалась, вроде чуть отпустила. Я с такой красной рожей, опухшей вышла рассказывать. Вот. И это так все как-то сложилось. Мне повезло, что пришли люди, которым очень это понравилась тема. Вот. И все прошло хорошо. Но мне могло и не повезти. Я это понимаю. Так, ну что, сделаем серию выпадов. Угу. Давайте. Вот. По-разному бывает. И я понимаю, что у меня есть повод сегодня волноваться, потому что хотя бы я не знаю, кто придет. То есть, понимаете, когда ты идешь вести какой-то фитнес-семинар, ты знаешь, кого ждать, потому что на него обычно приходят все, кого ты уже видел по 100 раз в своей жизни. Это либо твои коллеги, либо это клиенты твоих коллег, либо это твои клиенты. Короче, очень мало кого-то нового ты увидишь. Вот последний семинар по фитнесу, который я вела, там все были клиентами FPA, ой, студентами, господи, что сказала-то, вот, а трое людей, которые не были студентами FPA, они были моими учениками, вот, поэтому как бы мне было очень комфортно, я себя прекрасно чувствовала, несмотря на то, что я волновалась, вот, и говорила, как обычно, с 1000 слов в минуту, не затыкаясь, все равно была замечательная атмосфера, прекрасная, а здесь я очень рискую, потому что я вообще не знаю, кто придет, потому что бегунов гораздо больше, чем людей, которые занимаются фитнесом. И выборка пала. О, сколько раз-то? Нормально, давайте отдохнем. Еще сделаем. Вот.
Не знаю, я уже попила чай успокоительный, успокаивающий дуру. Вот, попила чай, съела зефирку, съела еще одну, еще попила чай. Не знаю. Все равно мне страшно. Я переделала презентацию сегодня, потому что мне показалось, что она недостаточно понятная. Вот. Шерсть Громина. Короче, честно, я не знаю, как к этому подготовиться. Мне кажется, что тот человек, который выходит выступать, и он вообще не волнуется, ему не страшно, его не парализует. Он просто либо цыган вонючий, который говорит херню каждый раз разную, и просто в своих же словах путается и непонятно на что опирается. И вот он такой уверенно несет чушь, а ему люди верят, а он и рад. И только вот денежки собирает с этого. Либо, да, я не знаю, ну... То есть если ты просто настолько ужасный человек, что тебе плевать, что тебе люди верят, и тебе плевать на то, что ты им говоришь, и ты считаешь, что все дураки, кроме тебя, да, наверное, можно не волноваться. Вот. Но еще можно не волноваться, если какая-то очень легкая тема. Ну, знаете, типа, ну, бывает там, реально смотрю, а вот выходят люди на сцену и рассказывают, ну, какие-то уж прям совсем простые истины. Ну, не просто школьная программа, а вот даже, ну, где-то в бесплатных постах в Инстаграме, наверное, можно это найти. Ну, это да. Тогда понятно, что чего волноваться, когда это, ну, уже 100 раз проверенный факт, и вряд ли кто-то с ним поспорит. Вот кисхонды серые с черной мордой. Иногда у них бывают рыжие вкрапления. Это разрешено. Вот это, если я буду стоять это говорить, то, конечно, я не буду переживать. То есть, если мне зададут вопрос, сколько лет вашей собаке, я скажу, там, моей собаке 1,5 лет. Если мне скажут, сколько нужно готовиться недель, чтобы выбежать 10 километров из 55 минут, я упаду на бок. Потому что однозначного ответа на этот вопрос нет. Я начну на него отвечать, буду отвечать 82 года на него, все уснут и уйдут. Понимаете, в чем большая разница? То есть, допустим, если на семинаре задают вопрос, выпады вперед. На семинаре задают вопрос. Вот у меня есть клиентка, у ей там столько-то лет, и вот она не худеет. Почему? И ты вот стоишь и думаешь, блин, ну ты прикалываешься, что ли? Ты говоришь, ну я не знаю почему, давайте больше вводных. И вот он начинает там давать тебе больше вводных, ты все равно ничего не понимаешь, говоришь, ну понимаете, это вот очень индивидуальный вопрос. И ты начинаешь пытаться разобраться в этом, что-то там помочь или сказать, да останьтесь после семинара, давайте это обсудим, если вам важно мое мнение. А бывает, что вот такой вопрос задают, типа, я там вешу 65 килограммов, сколько граммов белка мне нужно съедать в день? Ты такой, 65. Вот это нормальный вопрос, на котором ты чувствуешь себя уверенно, потому что это уже очень известная информация. То есть, вот, как отличить сосну от ели, да? Вот так вот. У этой такой ствол, у этой такие ветки. Вот, то есть, такие вопросы, да, базара нет. А когда ты идешь со сложной темой, как я сегодня, мне просто вот за эти 5 лет, которые я глубоко изучаю эту тему, я понимаю, что это вопросы настолько современные, вопросы подготовки, они настолько еще не устаканились в обществе, и столько допустимых отклонений в любительском спорте есть, что однозначного ответа, ну, нет. То есть мы пока что можем дать однозначный ответ только на несколько вопросов. Типа, как развить выносливость? Аэробными тренировками. Как развить силу? Силовыми тренировками. То есть на это, да, мы знаем ответ на эти вопросы. Но это очень маленький пласт того, о чем меня могут спросить. Вот. Ой, господи. Гром, что ты, как ты начал линять-то? Объясни, это что такое? Дай шерсть соберу. Так, ладно. Ложимся на волосатый пол и делаем пресс. Вот. Поэтому сегодня я на грани нервного срыва. Я реально пересмотрела сегодня. Я там доверяю нескольким источникам, но вы знаете кому. Это Игорь Сысоев, это Алексей Соколов, это книги по легкой атлетике из Беларуси, которая называется «Методика подготовки». С
спортсменов в легкой атлетике и легкоатлетическая тренировка. Дальше я обращаюсь еще к двум книгам российского издания, там группа авторов. Это методика легкоатлетической тренировки, подготовка спортсменов в легкой атлетике. И что-то сегодня я еще там пару книжек себе по легкой атлетике отметила. Не художественных, то есть не авторов спортсменов, а именно по методике подготовки. Так-то художественных книг о беге я много прочитала, но там, как понимаете, там нет как таковой методики подготовки. Там просто скорее мотивирующие советы, они тоже нужны, я их тоже смотрю, но не в таком количестве, как вот эти таблицы. Вот. Еще мне понравились вот по игровым видам спорта, это функциональный тренинг продвинутого уровня у Майкла Бойла. Там у женщины, я еще не запомнила четко, как ее зовут, пока только книгу перечитываю. Там силовой тренинг он называется, потом есть книга функциональный тренинг, часто к ней обращаюсь. И вот последняя там сила и скорость, я книгу тоже листаю. И вот, то есть вот эти несколько источников, их не так много, я сегодня вот все это снова посмотрела. Но все равно страшно, я все равно не чувствую никакой вообще уверенности, даже чуточку в своих знаниях. То есть мне кажется, что совершенно что угодно может меня сейчас выбить из колеи, что любой вопрос может сделать меня совершенно беспомощной, и я никак на него не отвечу, и я даже не знаю, как я себя поведу. Вот. И пока полностью моя собака перекрывает то, что я делаю подъемы на пресс с одной ногой, с гантелью из-за головы. Вот. Угу. Ну, еще один. Хорошо. Хорошо. Давайте сделаем еще одни скручивания из стороны в сторону. Думала, что я сейчас поговорю сама с собой, и мне станет легче, но нет, мне не стало. Легче мне стало только чуть-чуть менее тревожно. Это всегда огромный стресс. Всегда. Особенно страшно, знаете, иногда приходят на лекции, вот чем плохи вот такие лекции с непредсказуемой публикой, что иногда приходят на лекцию люди, которые задают тебе глупые вопросы, но как будто бы специально, плохо. То есть они как будто бы хотят тебя поддеть, поупражняться в остроумии своем, как-то насмехаются над тобой. Вот, знаете, я не знаю даже, как этот процесс объяснить, но вот даже бывает, что ну, с кем-то хочется обсудить презентацию или лекцию. Это такой процесс, ну, когда надо показать человеку, попросить его вычитать, да, там, допустим. И вот замечали, что некому показать, потому что, ну, вместо того, чтобы сказать, так, ну, вот здесь, допустим, я нашел ошибку, я бы сделал вот так-то, или там, опираясь на свой тренерский опыт, или вот, а вот здесь у тебя описка, или ты специально это написал, или там, что ты имел в виду, или как-то вот, ну, то есть просто с тобой поговорить, начинаются какие-то оскорбительные цитаты, типа, ты уверена, что это вообще какая-то чушь? Ну, блин, я не знаю. Вот, ну, я думаю, что тот, кто диплом хотя бы один раз писал, он понимает, о чем я говорю. Наклон, аккуратно подъем. Так, ну что, тренировка-то у вас была ого-го какая интенсивная, потому что я-то не контролировала практически отдых. Вот мы и не отдыхали. Получилась аэробика с гантелями. Большое вам спасибо, что пришли. Надеюсь, что у меня все сегодня получится, и я справлюсь, и вообще были вещи и посложнее в моей жизни, но я же как-то их прошла, и с этим справишься, давай, Кать. Да, в общем, такое мне, пожалуйста, не пишите, это меня не подбадривает. Ровно как и не пишите, Катя, у тебя все получится, как всегда. Далеко не все в моей жизни получалось хорошо. Вот, поэтому, пожалуйста, такое тоже не пишите. Спасибо, что вы со мной. Лучше напишите, как вы себя чувствуете. Напишите, как ваши ягодицы, как ваши бедра, руки. Чувствуете ли вы себя сильнее и как вы продолжаете заниматься.
С вами был ваш маленький любименький тренер в телефоне Катечка Журавлева. Жду вас завтра. Будем заниматься, отрабатывать прыготину, скорее всего. Вот. Ну, новенькому будем учиться.